во времена первого президента в Украине было очень популярно среди народа вот такая вот колясочка. Ее так и назвали в честь президента Кравчучка. Очень простая и удобная вещь. Говорят, что прогресс не стоит на месте. Похоже, что так. Он вернулся на круги своя. И мы вспомнили о Кравчучке. Сейчас становится опять актуальной эта тема. У нас была вот такая вот пара колес. Очень качественные, крепкие колесики на подшипниках. И мы решили сварить себе кравчучку. Вот это стационарная такая кравчучка для того, чтобы перевозить мешки. Но мы еще сделали вот такую вот решетку съемную. Вот такая решеточка. Ставится вот эти вот трубочки. Кусочки трубочек приваренные. И сейчас мы соберем и расскажем, для чего это. Эта решеточка легко вставляется в отверстие и надежно крепится. Это приспособление служит для того, чтобы перевозить здесь бутылки с водой. 6-литровые бутылки становятся очень хорошо, плотно. Их помещается здесь 5 штук. В нашем регионе сейчас большая проблема с водой, с питьевой. Нужно ездить в магазин по воду. Вот для этого в основном мы и сделали эту кравчучку. Очень легко и удобно перевозить на такой колясочке мешки, большие сумки, пакеты. Вот так улаживаются 6-литровые бутыля под воду. Легко помещается в эту корзину 5 бутылей. Можно положить еще парочку, но тогда нужно привязывать каким-то шпагатом. Все, работа сделана. Пойдем красить свою колясочку. Вот, работа закончена, покрасили, все, коляска готова. Рекомендую особенно пожилым людям. Практичная, удобная вещь.